Секс за деньги пробовала? Да, было. Сколько тебе платили? Я один раз отсосала за 100 баксов. 5 минут 100 баксов. С двумя мальчиками был секс у тебя? Да. А с тремя? Да. А с четырьмя? Было приятно. И прикол в том, что мы кончили вместе. А на что ты обычно дрочишь? Как это происходит? Ну, у меня, типа, очень слишком узко, мне больно, не хочу. Любишь ли ты анальный секс? Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Что значит, если девушка говорит, что у нее сложный характер? То, что ты ей не нравишься. А кто тебе нравится? Какие парни? Знаешь, стримеры мне нравятся. Да? Которые, вот, знаешь, больше... веселятся, прикалываются, при этом ценят и знают, что такое отношения. Ну, такие, наверное. Веселые, легкие на подъем. Да, и ну, умные, не то чтобы даже умные, а какие-то находчивые, изобретательные, нестандартные люди. Что самого дикого ты творила в своей жизни? А важно не отвечать. Но я, ну, я много ну, давай, чего посмотрела. Ну давай, что-нибудь. Ну, типа... Ну, это плохой пример, типа, я могу сказать и эскорт, и наркотические какие-то штуки, ну, такое все. Секс за деньги пробовала? Да, было. Сколько тебе платили? Ну, типа, ну, не то, что секс за деньги, типа, я один раз отсосала за 100 баксов, 5 минут 100 баксов. А это как было? Это он на улице был? Нет, или это в интернете? Нет, в Тиндере познакомились. А, в Тиндере? Он тебе сразу предложил? Да. А не думала так работать потом, после этого? Типа 5 минут, легкие деньги. Думала. Для меня это ничего не значит, если честно. Секс за деньги ничего для меня не значит. Сколько больше всего тебе предлагали за секс? Денег? Ну, если в русских рублях, то типа 20 тысяч. Это какой, обычный? Обычный. Любишь ли ты анальный секс? Нет. Ну, у меня был один раз вот с бывшим как раз-таки вот этим из армии, который было приятно. И прикол в том, что мы кончили вместе, но... А так я не люблю. Ну, у меня, типа, очень слишком узко, мне больно, не хочу. Ты кончила от анального секса? Да, да. А что ты чувствуешь, когда в попочку? Ну, типа, у меня это очень мало раз было. Типа, когда было, то, ну, мне было, ну, типа, приятно. Приятно. А какой самый любимый твой секс? Вот как это? Сам секс, который больше всего тебе нравится? Ну, типа, разное. У меня был нежный секс. Типа, и, ну, приятно. Был и жесткий секс. Но это от настроения зависит моего, от настроения партнера и так далее. Что ты больше любишь, сосать или чтобы тебе пунечку делали? Ничего не люблю. Я не люблю секс. Это прямой эфир, ребят. Прямой эфир. Залетайте на стрим-канал, подписывайтесь. Ребята, подписывайтесь, меня зовут Катара. Стримы каждый вечер. Что? Сейчас надо говорить. Стримы каждый вечер? Мне? Ну, подписывайтесь, буду вести. А? Ласкаешь ли ты себя вечером? Да, это на самом деле вот секс я не очень люблю, а вот типа доставлять себе удовольствие я люблю. Почему ты не любишь секс? Ну, потому что для меня это не важно. Мне пофиг на секс. Типа я могу доставить приятно, сделать красиво партнеру, и он мне может сделать приятно, но мне все равно. Вообще все равно. Я бы сказала даже, что я сексуальная, хотя сексом могу заниматься. Ну, то есть, типа, мне все равно. Оргазмы получаешь? Да. Вагинальный, клиторальный сквирт? Клиторальный, 100%. У меня клиторальный оргазм, если я подрочу, через 2 минуты уже заебись. Вагинальный, да, бывает, но это типа, ну, с партнером, типа, на постоянке, а не хуйней страдать. Вот, и все. А на что ты обычно дрочишь? Как это происходит? Воображение. Не люблю порнуху. Мне не интересна порнуха. Я представляю. Вообще не интересна порнуха. Ну, типа, чисто по фану посмотреть, но мне вообще, вообще... Это то же самое, как с футболом. Я люблю играть в футбол, но смотреть, ну, типа, блядь, если какой-нибудь чемпионат мира, МБА я посмотрю. А так, типа, зачем, если я могу сама это сделать? Секс с девочкой было у тебя? Да. Это чисто попробовать или нет, на постоянной основе? Нет, это я была в блогерском доме. А. И мы там читали книги, и мне сказали то, что... Мне 2 месяца твердили, что я лесбиянка. Mm-hmm. Ну вот, прикиньте, типа 2 месяца говорить мне каждый день, что я лесбиянка. Ну, это то же самое, это психологический трюк, типа такой. И,
ну, типа, я поверила, пошла, поебалась, мне не понравилось. Потом я понимаю, что я здесь делаю, что это за люди вообще, типа, придурочные. Я не хочу с такими находиться рядом. Все, ушла. Ты лизала девочке? Да. А она тебе? Да. Что тебе больше нравится? Ничего, мне все равно. А с девочкой вообще не нравится? Да, вообще нет, конечно. Окей. С двумя мальчиками был секс у тебя? Да. А с тремя? Да. А с четырьмя? Нет. Тебе понравилось двумя? Ну, это были мои друзья, было весело, я так скажу просто. А секс по дружбе? Да. Он чем-то отличается от секса с любимым? Да, ну, чем? Конечно. Ну, типа, по дружбе это по угару, типа, веселье больше, а с любимым человеком это как единение двух людей, что-то действительно ценное, стоящее. А ты сейчас свободная дама? Да. Ребята, соцсети вы оставим в описании, залетайте в описание по подписке «Жулик» на Бусти, доступны все девушки со всех интервью, там соцсети девушек, вот, сейчас монетизации нету, я занимаюсь прямыми эфирами, ссылка на стрим-канал в описании, можете этот стрим записи посмотреть, если что. От чего ты больше всего возбуждаешься? Спасибо, ребят. Эй, детка, вопрос тебе, любимый жанр кино для взрослых? Смотрела когда-нибудь? Я не люблю порно. Ну, типа, нежный секс. Секс. Кого выберешь? Собаку или кого? Ужас какой, никого. Так, на что мы отвечаем? Что тебя больше всего возбуждает сейчас? Интеллект. Реально? Да. Богатый и не очень красивый, либо красивый и не очень богатый? Блин, мало характеристик. Трудно отвечать, но... Я, пока что я как... Блин, ну я не хочу стрёмного мужика. Ну это факт. Типа, на деньги, ну пофиг. Я сама могу заработать. Но я не хочу, типа, красивого и, ну, типа, не амбициозного и какого-то чувака нереализованного. Поэтому, наверное, никого из этих, то, что ты сказал. А ты вообще ведёшься на бабки? Думаю, да. Как и все. Просто вопрос цены. Я вообще психолог по образованию, поэтому как бы я уже слишком много как бы видела и, ну, типа, нужно быть проще. Те люди, которые что-то осуждают, ну, типа, ребята, привет своим родителям, скажите, пожалуйста, и все. Ребятушки, прямые трансляции каждый вечер, ссылка на стрим-канал в описании. Интервью редко снимаю, нету монетизации, поэтому занимаюсь прямыми эфирами. Залетайте на стримы, увидимся на прямых эфирах. Даме спасибо за искренность. Что хочешь мужикам пожелать? Не изменяйте своему выбору. Секс на первом свидании у тебя был? Да. Первый раз познакомился и сразу занялись? Да. И как это было? В Турции. Это курортный роман? Да. Кайфанула? Да. Оргазм получила? Да. Вино? Да. Все, пока, ребят. Стримы в описании, соцсети девушки в описании. Инсту, телегу там попросим. Ищите даму в описании. Ты свободная, да, сейчас? Да. Куда тебя на свидание приглашать? Что предлагать тебе? Честно, не хочу сейчас парня. Просто тусить хочешь? Тусить, кайфовать. Не то, что тусить. Хочу реализоваться, хочу заработать денег, хочу вести твич-трансляции, быть популярным блогером, иметь большую аудиторию и жить со своими близкими друзьями. Ну да, maybe парня, если он примет все мое прошлое. Мы, если что, с дамой в баре познакомились. На прямых эфирах в бары ходим, гуляем, ездим за рубеж. Все, пока-пока, ребят. Спасибо даме за искренность. Редко искренность такая встречается. Да, такая это дама. Честность. Пока-пока.